Привет, друзья, с вами Кёрникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Stellaris. Мы с вами остановились на том, что решили апгрейдить наш мегафлот. Но это займет очень много времени. Сейчас мы имеем только 20% и по чуть-чуть набираем. Это только одна часть флота, вторая часть у нас все так же простаивает. В придачу мы с вами изучаем X-технологию, до которой осталось 210 месяцев. В придачу нам по чуть-чуть сейчас помогает наш научный корабль, который исследует обломки этих самых X-технологий. Надеюсь, он нам бустанет. Так, от души. От души бустанет. Так, у нас здесь началась война туканов с Весари Мандаты. Слушайте, это уже добром не пахнет. Он нам и так навалять желает, да? Еще и в придачу сейчас всех наших потенциальных будущих данников под себя гребет. Вы посмотрите, как развивается скотина. Вот же мразь, а. Он никого под себя там еще не повернул? Он там с ними воюет? Но хрен пойми, к чему эти войны его приводят. Он перекрыл всем границы. Мандасуры, заключение перемирия временное с мандасурами и с аскозами. Аскоксами, мать их, за ногу. Вот, бляха-муха, это плохо. Если сейчас вот эти все ребятки не объединятся и не начнут ему наваливать, то... Дело пахнет керосином. Дело пахнет реально керосином. Бляха-муха, у него же еще этот Палтиал Дистрикт есть. Покажи-ка. Ёпарец, это он его уже полностью отстроил, да? Это вообще не найс. Огромное кольцо повышенной световой системы. Его создатели предусмотрели множество искусственных зон обитания на внутренней стороне и рутины, присущих сферическим планетам. Твою мать. Ты мне не нравишься, я тебе скажу сразу. Мне в комментариях советовали уже напасть на одну из других империй, которые еще, собственно, не пробудились особо. Где там они, наши дорогуши? Стагнатики. Так, этот забираем, Так, у нас есть Кундан. И у нас есть еще одна, если не ошибаюсь. Сейчас сравним по силе. Кундан и Питхок. Кунданы и Питхоки. В целом, у нас есть шанс их вальнуть. Я вот почти на 100% уверен, что мы их вальнем. Но не знаю, насколько это будет рациональным действием для нас. Разве что мы получим технологии, то не все. Мы получим технологии. Просто если бы у нас было уже X-оружие, тогда я еще, может, осмелился на них нападать. Тем более, что Питхоки вообще близко возле меня. Я бы еще, может, как-то осмелился. А так, что-то как-то... Секую я. Ну хорошо, мы запускаем время. Наша задача ожидать. Апгрейда наших кораблей. И все-таки как-то продолжать решать ситуацию с... такой неприятной вещью, как, собственно, недостаток энергокредитов. Так, здесь мы все с вами застроили, здесь все застроили. Здесь куча застроенных, еще не заселенных мест. И Ревиум. Ревиум, у нас здесь куча рабов, которые, кстати, с энергией очень даже хорошо работают. Очень даже. Ну и заметьте, даже выставив новую планету с абсолютно забитой полностью добычей энергокредитов, мы все равно просаживаемся по энергокредитам. Ну, в общем, я обожаю сектора. Короче говоря, я обожаю сектора. Так и скажу. Как видите, этот сектор как был вынужден работать на энергокредиты, так он ими, собственно, и не занимается. Он ими не занимается, зато он решил добывать еще немножко минералов. Почему бы нет? Все остальные здесь что, Ты начал электростанции ставить? Зачем? Ты что? Это же глупость. Космическое строительство, колонизация. Надеюсь, за счет колонизации мы хоть как-то выйдем. Иначе будет жопа. Так, по самим планетам. У нас нет, что удивительно, до сих пор. До сих пор у нас отсутствует самая простая вещь, которая должна у нас быть. Это, как они, боженьки, панели солнечные. У нас их просто-напросто нет. И, видимо, в технологиях мы их не скоро получим. Поэтому зеваем и надеемся. Так, нейтронные торпеды, исследование физики 40 очков. Так, вроде бы плюс особо не получили, да? 205 месяцев, так и пашем. Хорошо, что я могу тогда сделать? Мы тогда находимся тупо в режиме ожидания. Пока вот это чмо доберется к нам и пока закончится интеграция... Погодите. Интеграция Тиджелов через 20 месяцев. Так, Весари Мандат заключили пакт о ненападении. Весари, ты смотри, ты можешь стать тоже моим союзничком. Так, тебе что надо? Энергокредиты за газ, хрен. Дальше новый уровень лидера. Замечательно. Это хорошие новости. Давайте, где наши торгаши? Мои возлюбленные.
Так, давайте, торгашик, давай мне энергокредиты. По-другому никак. У нас с вами отношения просто топовые, я надеюсь, вы не против будете поделиться немножечко. Пока просто апдейт пройдет первого этого флота. У нас еще... Так, физика 25. Спасибо большое. Пока у нас это все будет проходить, я надеюсь, хотя бы один флот апнется, потому что работы на самом деле валом, и они что-то ей не особо хотят заниматься. Так, исследование все уже, да? Уже нечего исследовать, я так понимаю. Но я на всякий пожарный вас направлю, вдруг вы найдете какие-то... Нет, нечего исследовать, все, я понял. Тогда не заморачивайтесь. У тебя еще огромный маршрут. Я надеюсь, что ты найдешь как можно больше. Как можно больше полезных, а особенно X-технологий. Так, виссеры здесь летают. Эти летают. Бляха-муха, если он его еще нагнет, будет вообще нехорошо. Но хорошо, что он никого под себя не берет. Под себя никого не берет. Хотя, блин, все-таки, наверное, стоит. Стоит апнуть корабли и, наверное, попробовать атаковать одну из угасших империй. Потому что технологический уровень наш просто мега плачевный. Я прям ревел как сучка. А, так, угасшая империя не открывает границы другим империям. Да, блин, не туда навел. Так, базовые технологии плюс 50, прогнозируемые алгоритмы, расширенные боевые алгоритмы. Ну, кучу ништяков получаем в плюс, но сама X-технология у нас особо не растет. К сожалению. Окей. Остаемся мы тогда вечными потребителями. Вечными потребителями мы будем постоянно закупать энергокредиты, потому что по-другому никак. Просто никак. По-другому мы делать будем сосич. Ну и, конечно, есть надежда на тиджелов, что на их территории мы сделаем еще один сектор. У нас, кстати, позволительно сделать еще один сектор. У нас сектор... У нас 11 секторов позволено. Это, конечно, круто. Мы должны дождаться интеграции как минимум, потому что мы тогда получим доступ к... получению влияния и сможем, возможно, разделить некоторые имеющиеся наши сектора. К примеру, последний, третий сектор, который работает, что дичь. Вот, его попробуем разделить, собственно, и разобраться. Лидеров у нас сколько? У нас один в запасе. Куча научных работников. Да, в целом мы можем себе позволить как минимум еще один сектор. Как минимум. Ждем. Как там наш флот? Корабли, свернитесь. Так, флотецкий 65%. Так что нашли. Анализ обломков в системе Вигмор завершен. Сейчас, где наш этот научный кораблик? У него осталась еще последняя система, да? Много ли здесь? Здесь немного, здесь буквально два проекта. Окей, научный кораблик, я тебя сейчас направлю тогда еще на какие-то проекты. У нас поле бы еще где-то валяется. Попытаемся еще с ними подразобраться. Нам вообще и планету одну под сектор отдать надо. Слушаю. Вы привилегируете доступ по Наксалы. Нет. Не в этой жизни. Как хотите, но не в этой жизни. Так, ты там изучай. Смотрим. 76. Ну, в целом идем. В целом идем, это и хорошо. Опять до хрена ресурсов. Ой, блин, этот цирк начинается просто. Так, анклавы кураторов давайте и анклавы творцов. Кураторы. Здоров. Кураторы уже улучшают наши исследовательские возможности. Так, мне говорили, что я куратору могу нанять ученого. Могу я нанять вашего ученого, вы получите пожертвование 2500. Давайте. Превосходно, теперь у вас будет беспрепятственный доступ к одному из величайших умов нашего времени. Спасибо. И где этот ум? Он среди лидеров? Да, он есть среди лидеров. Темп изучения 15-25. О-о-о, это сачок. А он, кстати, нам числится как лидер? Да, он числится, это плохо. Это плохо. И надолго ли он нам доступен, мне интересно? Или он пока не умрет, типа? Если пока не умрет, то мы сейчас всех засунем вот этими топ-лидерами. Да, мне плевать, как тебя зовут. Топ-лидеров напичкаем. 166 месяцев. Это уже поприятней. Это уже, конечно, поприятней. А мы троих можем взять? Я такой, как хитрожопый самый. Спрошу. Так, паузу отжимаем. Кураторы. Расскажите, нам нужно одного из ваших. Этого мы взяли. Хорошо, а у других? У других кураторов... Так, давайте всех лишние позабираем. У нас тут три куратора просто как раз есть. Нет, мы одного взяли, и все. Требуется наличие куратора, мы уже пользуемся услуги ученого. То есть, если мы уже взяли, то все. Никак. Никак, а жаль. Я бы набрал кучу тогда кураторов, и, собственно, они поработали. Потели как могли. Так, артизаны, здрасте. К вам я тоже обратиться хочу. Мы хотим стать вашим покровителем, это нам не надо. Так, закончил, молодец. Мы хотим заказать производство. Так, что мы получим? Влияние минус 25, минералы минус 1000, отношения плюс 10, памятник искусства следующим планетарным эффектом, счастье и привлекательность миграции.
Ну, в принципе, пусть будет. Потом уж как-то этим воспользуемся. Может быть, не факт. Так, еще что у вас есть? Организуйте фестиваль в наших мирах. Сколько надо? Энергия, влияние. Это у нас все есть. Да, это у нас все есть. Фестиваль миров на срок 60 месяцев. Он обладает следующими эффектами. Счастье, скорость прироста. Вообще отлично будет. Давайте. Вложимся, так сказать. Ну и все. Пока сидим на жопе. Сидим на жопе и ждем. И ждем. Надо запомнить. 81 тысяча силы. Так, хранилище. Да, у нас валом еды. Сектора, ну вы же понимаете, вы же должны хоть как-то, хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть понимать, разъеды валом, начинаю заниматься другим ресурсом. Хоть как-нибудь. Космопорт он строит. Ну, хоть космопорт, уже хорошо. У нас вместимость, кстати, выросла, да? Вместимость выросла. Ладно, достроим тогда корабли уже после апдейта. После полного апгрейдика наших ребят. Так, с кем мы еще можем поторговать, либо еще что-либо сделать? Давайте с анклавом торговцев. Выкупим у них еще немного энергокредитов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо, больше мне от вас лично ничего не нужно. Так, и парень, который там по силе у нас. Давайте прогрузочка. Так, по силе, по силе, по силе. С этими ребятами никак не договориться. Мандасуры. Тиджелы, они сейчас под нас уйдут. Мандасуры, я бы вообще хотел с ними обменяться технологиями, но они вряд ли согласятся. Взаимной защите, договор о миграции, нет, это вам хрен все. Это я вам не дам. В смысле? Вот так просто? Подождите, что произошло? А, подключились тиджелы. Мы тут немножко выросли. Чуть-чуть. Шушуть начальника. Так, хорошо, сейчас будем думать, что с ними делать. Так, ресурс меня не интересует, модуль меня не интересует, инженерная лаборатория тоже нафиг. Сборочная верфь крейсеров, нафига она мне сейчас появилась? Улучшенный рельсотрон, мать моя женщина. Нахрен ты мне всрался, так сказать. По поводу бронированных торпед, а нет, это бронированная, мне говорили о нейроторпедах. Что их стоит все-таки взять, потому что урон у них чуть ниже, но при этом их сбить невозможно. Блин, а среди этого всего говна ничего и выбирать не хочется. Артиллерия, игнорирует 20% щиты, да, такое. Такое что-то, что-то ни о чем. Так, 15 тысяч, 1000 есть. Что нам просто быстрее всего по времени будет изучать? Ускоритель масс нам точно не нужен. Ну, давайте, я не знаю, ресурсы изучите, что ли. Пусть будет. Пусть тогда будет. Так, и давайте разбираться с еще одним сектором. Бог ты мой, сколько мы всего получили. Давайте разберемся сначала с вашим... Хрена вы счастливы? Ну, давайте я вам права все-таки подправлю немножко. А, вы уже военные невольники? Да ладно. Регулирование миграции, да. Регулирование численности, плевать. Колонизация запрещена. Военная служба, социальное обеспечение. Так у вас уже все хорошо. У вас уже все просто замечательно, вот только вас слишком дохрена. Вот прям аж ключом бьет, как дохрена. Вообще было бы идеально все сейчас эти планеты прокликать полностью. На каждой планете выставить электростанции сразу же, чтобы они понимали, с чем им нужно будет работать. Потому что они работают в разнос еще и с наукой. Наука им нахрен не нужна. Потому что они с ней работать не умеют. Но мы, кстати, в науке плюсанули за счет них тоже, да? Хорошо, давайте организовывать еще один сектор. Мне кажется, что мы получим... Мы, кстати, очень некисло просели, да. Мы получим небольшую проблему в плане того, что у нас лимит лидеров немножечко зашкаливать будет. Но, думаю, ничего страшного. Так, организовать новый сектор. Смотрим, сколько у вас. У вас здесь я насчитывал 13, то ли 14 систем. 13, то ли 14. Поехали, раз. Что уже не так? А, мы все так же остаемся. Да-да-да, хорошо. В секторе не достает ресурсов, это не переживайте. Чего-чего, ресурсов вам хватать будет. Стоп, это я вам не отдам. А, блин, надо бы. Ладно, давайте вот так сделаем. Так, дальше, это раз, два, три. Надо по общему счету не забывать, потому что их очень много должно быть. 3-4. Я здесь еще кучу всего застраивать буду. Мы еще кучу науки получим. Так что надо очень аккуратно к этому всему подходить. Так, полимар забираем. Унук тоже забираем. Здесь что у них есть? Миус это не наш, случайно. Это, по-моему, наш. Каганда, Миус это, по-моему, все наше. Так, вот сюда направляемся. Раз. Считаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, восемь, теперь продвигаемся вот сюда.
Шпунь. 9, 10, 11, 12. И еще там где-то с краешку у них были планеты. 11, 12. А здесь они просто исчезли, по-моему. Хотя они там были. Что подозрительно, очень даже. Хорошо, что у нас получилось в целом по сектору? Это дело сворачиваем. Ваш сектор мы сейчас лидера добавим. Назначаем сектор как работу с энергокредитами. По тому, что вы мне отдаете, отдаете мне много. У них уже энергокредитов, кстати, достаточно есть. Мы уже даже в плюс вышли. Ни хрена себе. Вот это поворот. Отправить энергокредиты. Давайте мы им направим 2 косарика энергокредитов и косариков 5 вот этого добра. Надеюсь, они сейчас поймут, что им нужно делать. Так, стоп. Все ли подсоединили? 5 систем. Этот есть. Кстати, мы можем им присоединить вообще-то и вот эти планеты. Миус и где-то мы еще что-то брали. Миус, ну это сейчас я проверю. Я не помню уже, где я колонизировал просто. Эльнас, Хаэдим, Каганда это точно наши. Дрессель мы тоже, в принципе, могли бы отдать. О, давайте дотянем тогда до Миуса. И сейчас наши строители пойдут работать вовсю просто. Так, сюда. Миус. Все, Миус ваш. Почему мы по энергии просели? Подозрительно. Ну ладно, пусть будет. Потом с этим разберемся. Или нет, Миус пусть будет полностью подключен, он же у нас... Да, я вспомнил, на нем куча энергии, пусть будет лучше в нашем основном секторе. Все, это дело тогда мы закрываем, сектор готов. И теперь очищаем лидеров. Лидером у нас личный научный работник был, по-моему. Да, тебя мы увольняем. Отказаться. Ну, в смысле, подтвердить, отказаться от тебя. Подтвердить твое будущее отсутствие. Так, нам влияния хватит. Да, мы только что влияние немножко просрали, кстати. За подключение и отключение системы от сектора. Так, давайте вам лидера накинем. Так, прирост опыта лидера, стоимость строительства, скорость строительства сооружений. Давай, будешь быстрее работать. Все, мы по влиянию просели окончательно. Ох, теперь остаются только надежды. Надежды. Так, космопорт, строительный корабль, блок подготовки рабов. Зачем вам строительный корабль? Расскажите мне, пожалуйста. Перепланировка. Ну, у вас, в общем, все доступно. Если вы запорите здесь, 233 энергокредитов. Так, ликование от переизбытка счастья. С мероприятия фестиваля миров, некоторые из организаторов, влюбившиеся в наши миры, и желают остаться после того, как все завершится, они поселят нас, станут частью нашей империи. Пусть остаются, это одно поселение создано в Арне. Они должны покинуть нас. В принципе, пусть остаются. Пусть будет. После праздничка отдохнут. Флот, как дела? 99%. Я прям как четенько перерубился. 3000 получили дополнение к мощи. Мы получили с вами 3 дезинтеграторы. Так, а не на линкорах у нас что стоит? Не на линкорах. Почему они отделились только что? Ладно. Не на линкорах у нас стоят торпеды, дезинтеграторы, последние щиты, последние эти. Все, замечательно. Армада 1. А, я вспомнил, мы же еще... Так, этих объединяем. А это флот Тиджелов, по-моему. Флот Тиджелов с ракетами-хищниками, гамма-лазерами и, естественно, гаусс-системами. Блин, их тоже апдейтить придется. Ну ладно, они нам в целом зато флот увеличили, что очень даже хорошо. Давайте апайтесь по нашим стандартам. Вы быстрее просто апнете, чем флот 80к, поэтому давайте быстрее живить, да? Не намного быстрее. Ну ладно, пусть апаются. Ну, не кисло мы так заняли своей жопой территорию галактики, я вам скажу. Мне нравится. Мне нравится размер нашей жопы. Так, здесь у нас что? Здесь нам кучу всего надо застроить. Я просто не знаю, как это описать. Я буду ставить по 3 точки, по 3 системы на одного строителя. Здесь просто и наука, и ресурсы, все, что хочешь. Только, конечно, упор надо бы делать сначала на... Здесь, кстати, и наблюдение еще поставь. Надо бы еще сделать упор на энергию, конечно, но... Эй, хрен с ним. Будем закупать. Я уже свыкся с ситуацией, что мы в заднице по энергии, поэтому... Не буду вредничать. Я не знаю, как они так жили, что они не застраивали все с добывающими станциями. Или это я им уничтожал их потом. Да я вроде бы не особо там выпендривался. Я так чуть-чуть... Те, что мешали уничтожить сами систему, те я и уничтожал. Так, следующий строитель... Лети, наверное, вот здесь крутое место, видите, 32 единицы. Здесь все застрой и науку все застрой. Здесь очень хорошие места, я вам скажу.
Так, смотрящих, это достраиваем. Строитель, ты лети, наверное, тут самую жопу. Начнем с хвоста, так сказать. Здесь все полностью застроено. У нас бабла вообще хватит сейчас. А то им сейчас задачи надаю, они построить не смогут. И все. Кердец. Так, вот этим ты занимаешься, следующий строитель. Давайте сейчас подождем, ресурсик немножко подлетит. Ты как раз с этого конца начнешь. Давай, раз, двась, трись, четырись. Я не форпост только что нажал? Нет, все отлично. Строитель тоже здесь сидит. Почему вы все здесь уселись? Вам там что, удобно до хрена или что? Так, научные станции. Здесь все добывающие, здесь все научные. Все, работа есть. Империя не прекратила существование. То есть империя, которой не было, прекратила существование. Нет. Это не та, которая не была. Это было Виссари. Твою же мать. Что? Тукан, флот 100к. 100к. 120к. 75к. То есть, по сути, мать его, у них 5 флотов. Выходит, стоп, 100к, 100к. 5 флотов по 100к. И это те, которые находятся только здесь. Здесь 130 транспортников. О, бог мой. О, бог мой. Это будет больно. Когда они ко мне доберутся, это будет явно больно. Так, вы там как? Апдейт у вас проходит? Апдейт как-то вяленько у вас идет. Очень вяленько. Ну ладно, у вас же там полная перестановочка. Блин, слушайте, я уже начинаю подсыкать, с учетом того, что они настроены воинственно по отношению ко мне. 4 флота по 400 тысяч с технологиями, которые мне даже не снились. Это может быть больно. Это может быть больно. Сектор, как дела? Да ладно, ты что, действительно занимаешься энергией? Мать моя женщина. Космопорты, ну космопорты тоже нужны, ставь обязательно, потому что 400к флот, это надо уметь еще всасывать. Мне придется это объединить в один флот, все мои, и сделать просто мега мощную махину для уничтожения стагнирующих этих уродов. Блин, ну это будет больно. Главное, чтобы эти на меня не напали. Сказали там, мол, хера ты занял нашу территорию. Граничишь тут с нами до хрена. Кудах-кудах. И будет неприятно. Так, следующий строитель, кстати. Чё ты филонишь? Полетел. Раз. Двас. Раз. Двас. И раз. И двас. Все, кто из вас там будет без работы, говорите, я вам здесь кучу всего сразу же дам. Блин, здесь еще и две планеты колонизировать можно. Но я надеюсь, кстати, займутся сектора. Надеюсь, они этим займутся, бляха-муха. Так, попробуйте еще на разведку полететь. Не можете полететь, летите на базу тогда. Летите на базу, потому что здесь уже пахнет жареным немножечко так. Пришкваренным, я бы даже сказал. Так, мы, кстати, по ресурсам почему-то просели. В честь чего? С чем это связано? 824, ну, 305, 154. А, мы же флот обслуживаем. Ёпперес, это я забыл. Так, ты лети на базу. У нас сейчас основной минус, содержание кораблей и товары массового спроса. Может, мы, кстати, с тиджелами чуть по-другому поступим? Где мои тиджельчики? Может, мы немножечко с ними по-другому поступим. Где ваша планета? У вас здесь нет планеты? Есть. Что, меня обманываете? Немножечко по-другому с ними поступим. Раз у них 60% радости, может, мы им уровень жизни немножечко скинем. У них сейчас использование товара 1,5. Достойный уровень счастья минус 10%. Давайте скинем, наверное, на минус 10. Я понимаю, что сейчас фестиваль идет. Но мы фестиваль можем постоянно закупать, да и все. Давайте нищенские условия. Хренак. И к нам вроде бы как вернутся сейчас ресурсы. Да, они более-менее к нам вернулись. 1038. Да, чуть-чуть стало лучше. У вас как 40% счастья. Ну не жалуйтесь, не жалуйтесь. Все у вас хорошо в целом. А ресурс мне нужен. Ресурс мне нужен в том же количестве, который у нас был до этого. Так что, будьте добры. Так, сразу работать хреново начали. За счет недовольства. Так, 203. Чем вы занимаетесь? Что строите? Электростанция, добывающее предприятие 4-го. Зачем вам добывающее предприятие, твою мать? Зачем? Так, держите еще ресурс тогда. Держите еще ресурс. Пока я по энергии не проседаю, я могу вам давать эти самые ресурсы. Так, хватит. Так, проверяем. Сколько здесь? 69%. Ждем. Ждем, кстати, у них сколько? 24 тысячи. Посмотрим, каким размером они станут после апчика. После апчика. Вас бы тоже сразу апдейтить. Но вы будете стоять в очереди, я так понимаю. Так, ресурс мы получили. Он нам нахрен не нужен вообще на самом деле.
Еще ресурс можем получить. Здоровье корабля плюс 5%. Вот это интересно, правда, 59 штук стоит. Мегапушка X-оружие. Пам-пам-пам-пам-пам. Вот это уже тоже интересно. Так, 50% брони, 33 по щитам. А у тебя что? Ну, это, конечно, лучше выходит. У нее дэмэджа меньше? Дамажик поменьше будет. А, у нее из-за того, что от одного идет. От 1 до 200. Здесь от 92 до 300. Стоимость соточка, эти 120 стоит, обнаружение 100%, дальность 110, точность 100. Точность 90, обнаружение 0, дальность 120. Я не знаю, на самом деле. Но тратить 40 тысяч, конечно, на изучение я не буду. Не в моем это немножко стиле. Совсем шушуть. И что здесь? Здесь ничего нового не появилось. Хотя, чем черт не шутит? Давайте, потом будем экспериментировать, какие лучше. Либо вы мне в комментариях напишите, какие лучше. Все, две пушки изучается. Причем это довольно быстро изучится. Это довольно быстро. За 108 месяцев. Надо даже быстрее, чем эти изучиться. Но такой излучатель, по-моему, круче все равно. По-моему, все-таки круче. Так, с этим разобрались, что у нас по обломкам. Обломков у нас больше никаких нет. Есть всякая хрень, которую мы можем изучить. Могучие трассогоиды, мерзкие оринты, коварные синераны, изворотливые удлораны. У нас вообще есть научный корабль 3 выше. У нас 2 корабля 3 выше даже. Этот почти четвертый. Ну окей, давайте. Отслеживать, Но перейти не обязательно было. Они тем более на нашей территории находятся. Окей, отслеживать. Научный корабль полетел. Исследовать проект в системе. Где еще? Мигают. Все у нас, кстати. Исследовать проект в системе. Лети, занимайся делом. Надеюсь, нам это как-то пригодится в будущем. Так, 795 по энергии вроде бы растем. Да ладно, что строит энергию, реально? Космопорты это супер, да. Но вы не забывайте про энергию. Ваша основная задача — добывать энергокредиты. Давайте я вам, собственно, космическое строительство пока обрежу, чтобы вы особо не дергались. Он хотел научную станцию только что ставить. Нельзя так, фи. Фу таким быть. Так, энергия плюсанула, гидропонная ферма вообще не обязательно. Что-что, еды у нас более чем хватает. Так, что мы по минералам на жопу сели. Давайте, больше нужно минералов? Нужно больше. А, это же эти все застраивают, точно, я же забыл. В смысле, два флота одновременно апается? Были 24, стали 26. Коннектись, в общем, со всеми. Не домой, точнее, а сгруппируйтесь. Так, двигатели мы им свои дали, это дали. Теперь это дело апается, тоже месяцев, наверное, 30 будет апаться, не меньше. Явно не меньше. Так, на кого этот урод еще нападет, мне интересно. Но с флотом 400к я бы вообще, наверное, объявил войну всем и вся и просто полетел бы уничтожать всех под ноль. Это слишком круто. Наравне сильнее, но он меня точно надрючит. Не знаю, как вот эти ребята. Эти меня, скорее всего, не надрючат. А вот то падла меня разорвет. Разорвет на все возможные частички. Хотя, блин, в принципе. Если мы все правильно сделаем, то он песосич еще тот сделает. Так, нам главное сейчас влияние восстановить, а то мы просели. Сочно просели так. Так, второй флот 17%. Эти сейчас объединятся. Уже прилетел в систему, молодец. Будет соточка 180. Пойманы улдораны. Экипажу корабля удалось поймать несколько ударов с ледяной планеты такой-то. Это покрытие белой шерсти, все ядные существа, способные сворачиваться в клубок, стремительно катиться по снежным равнинам. Мы засекли одну скорость выше 80 км в час. Мать моя женщина. Ну и поскольку... Окей, пусть будут. Флот у нас не такой уж, кстати, крутой выходит. Он выходит на 190к. 190-200. Это очень мало. С учетом того, наверное, космопорты мы вручную будем с вами апать. Потому что для этих ребят... Да, не слушайте, они апают реально. Они реально апают энергокредиты. Слава яичкам, боже, я дождался этого. Я теперь могу наконец-то в обратный обмен делать. Менять энергокредиты на этот... На... Минералы. Не прошло и 300 лет, вы представляете? Юху! Дождался, мать его. Так, давай, мне как раз сейчас минералы просто нужны. И от этого никуда не деться. Так, просадочку там сделаем, минералы есть.
Застройщики. Застройщики все работают. Что я хотел вообще с минералами сделать? Я хотел построить космопорты заранее, чтобы потом с ними не возиться. Так, тебе же мы отменили космопорты. Да, он поэтому и взялся за энергию, видимо. Так, космопорты. Поехали, Даксурс. А кто вы такие вообще? Вы, по-моему, не являетесь представителями Тиджелов. Но бог вам судья. Так, меня интересует что? Вы, кстати, там не выпендриваетесь? Нет, не выпендриваетесь, все хорошо. Космопорт. Раз, два, три. Ой, сейчас много бабла уйдет. Очень много. Очень много нашальника. Так, этот забираем. Следующий. Форталия. Забираем до 6 уровня. Фортана до 6. Уже 5000 осталось. А было 10 тысяч на апдейт. Как так жить, я не знаю. Корим Фортана есть. У этих 6 космопорты. Ратя. Раз, два, три. Прапли, паузу отжимаем. Чего вы это? Чего вы стесняетесь? Так, Радианс. До 6. Далее. Таравиль. До 6. Все, бабла уже не осталось. Баблишка уже не осталось. А осталось еще две системы. Раз, два, три, четыре. Давай, еще чуть-чуть. Чуть-чуть минеральчиков надо. Совсем капелюсечку. Ну, давай, оп, молодец. И на последнюю систему нам где-то косаря два понадобится, да? Нет, полтора. Раз, два и 400. Давайте. Дапу и все космопорты, я уже буду, в принципе, более-менее спокоен. Более-менее спокоен, хотя нет, не буду я ни хрена спокоен. Мне главное, чтобы они занялись колонизацией, либо я и займусь сейчас. Либо я и займусь, только, блин, когда мы делаем колонизацию, мы сами должны будем управлять этими планетами. Это такое себе удовольствие, если честно. Тем более у нас в основном секторе все уже забито. Все уже забито, хотя... О, посмотрите, как энергия растет, боженьки, наконец-то, сектор взялся. Взялся же, дорогуша, да? 325, моя ты булочка, давай, работай. Трудись, трудись, моя бабочка. Так, у вас здесь 42%, замечательно. Замечательно, сейчас я только подумаю, сейчас я подумаю. Да, я колонизацию, наверное, вручную проведу. Сейчас, где у нас ходим? Мы сейчас по энергии снова просадочку сделаем, но оно того стоит. Мы только будем делать колонизацию, сразу же будем отдавать систему сектору. И будет все хорошо. Будет все хорошо. Давай, два колониальных. Или даже здесь один и на Каганде один. Поехали, делайте колониальный и направляем. Здесь у нас две планеты. Не знаю, что у них там по размеру. Что у них по размеру? 14. Здесь у нас что? Здесь вообще смешная планета. Но мы их отдадим под сектор. Сектор уже сам решит, что с ними делать. Просто, чтобы мы могли еще два космопорта влепить 6 уровня. Это даст нам не кислый такой буст. Не кислый буст. Здесь еще три планеты появились у нас, да? Раз, давась, трись. А, пойма на Ринте, замечательно. Сейчас смотрим, как у нас там прогресс. Вообще осталось две, да? Давай, забирай еще две. И нам это что-то, наверное, даст. Наверное, нам это что-то даст. Так, туканы опять дрючат мандасуров. Так вы же их там в кашу просто превратите. Мандасуры здесь расплескались. Раз, два, три. По углам, как только можно от вас. Ой, жесть. Так, надо проверить, кстати. Я им гарантии не давал никому. Тут я ничего не гарантировал. Тут я ничего не гарантировал. Все замечательно. Вы разбирайтесь своими проблемами сами. Абсолютно. Че надо? Конец срока действия торгового соглашения с мандасурами. Об исследованиях мандасуры. Я готов это повторить. Как вы на это смотрите? Мандасуры, торговое соглашение, исследование, исследование. Что я могу дать? Что угодно могу вам дать. Давайте я вам еды дам. В еде не нуждаетесь, знаете, крутые такие. Есть что жрать, понимаешь ли, да? Давайте тогда могу энергокредитов дать. Но вы тоже зазорные ублюдки, слушайте. Три куска, мать моя женщина, три куска энергокредита за то, чтобы это говно несчастное мне дало возможность работать с его технологиями. Живи с этим, мразь. Отнял то, что набито кровью и потом. Так, что ты хочешь? Соглашение... А, это наше соглашение, все, мы его возобновили, всегда пожалуйста. Всегда пожалуйста. Как процесс идет? 177, 98 месяцев. Но эта мегапушка будет быстрее, конечно же. Будет она у нас побыстрее, чем дуговой излучатель. Ну ничего, мы подождем. Я никуда не тороплюсь.
Ёпперсоте, сколько здесь всего? Флот 107к. Флот 112к. Флот 120к. Здесь транспорт просто. Если мы с ними вступим в бой, то это будет очень подно. Это будет реально очень подно. Так, апдейт как у вас там? 59%. Сейчас мы их всех соединим. Флот мы уже можем увеличить на 210 единиц. Что очень даже замечательно. Так, это у нас колонизаторы, да, готовы? Колониальный кораблик номер 1. Ты летишь вот сюда. Мы тебя сразу назначить на планету не можем. Плохо. Плохо, колонизируй 53. Давай, где тебе угодно будет, там и становись. Пристин. Так, и второй колониальный кораблик. Ты летишь вот сюда. Летишь вот сюда. Сейчас мы еще подталкивать будем немножко этих. Так, колонизация за 70. Эмеральд. Стоп, я же не отменил, правильно? Да, все, я просто убрал его. Сейчас мы этих еще немножко прижмем. Я думаю, они обидятся. И будут на нас злюкаться. Скажут, Форт Кирекс, вам срака. Мы сейчас пробудимся и будете страдать, как страдают сейчас все от туканов, и все. Ну, посмотрим, может, у нас уже будет готов флот. Ёппарес, это я же еще их корабли тиджеловские получил, да? Строительные, которые. Научный корабль, этот нафиг тогда. Не надо вы мне. Нафиг. Они еще и без ученых все. Окей. Так, научные остались только наши, все. Хорошо, и то их можно убирать, потому что исследовать уже толком нечего. Нам один корабль нужен только с пятым этим... с пятым левелом ученым, и все. Можем на это вообще забить болт. Так, это сворачиваем, армию тоже пока сворачиваем, мы не воюем. Мы в режиме ожидания. Но то, что я вижу, меня не особо радует. Вообще не радует, я бы даже сказал. То, насколько быстро эта тварь распространяется... С его-то флотом. Ох, так, сколько? 71%. Нормально, сейчас объединим. Будет где-то 89. 88. Да, будет 200к флот у нас. 200к это, конечно, не совсем топ. Давайте тогда начинаем заготовку. Космопорт. А, ты улучшением занят. Поехали клепать линкоры. Другого варианта я пока что не вижу. Раз, два, три. Баблишкам уже не хватить, правда. Раз, два. Клепаем линкоры. Нам их клепать и клепать, на самом деле, по времени. Не знаю, как мы будем бороться с ресурсами. Я боюсь представить, какая будет просадка, если мы поднимем весь наш флот, собственно, на войну. Нам будет просто задница, я думаю, по энергии. Ну ладно, надеемся на лучшее, как всегда, собственно. Других вариантов у нас нет. Так, линкор еще один делайте. У вас тут тоже все апнуто, да? Да, все апнуто, тоже можете линкор клепать. А случаем сборочной верфи линкора у нас нет, да? Есть. Почему я их до сих пор не сделал? Непонятно. Так, тогда это пока что убираем. Сборочную верфь сделай. Здесь сборочная верфь. Адмирал получает черту. Я его с этим поздравляю. Умничка. Просто умничка. Сборочная верфь линкоров. Сюда же. Здесь пока линкоры убираем. И на Эльназе тоже нужна сборочная верфь линкоров, которая здесь отсутствует. Место давай вместо чего? Вместо корветов. Вместо корветов. Как-то я натупил не кисло так в этом плане. Так, ресурс есть. Давайте быстренько достройте. Все, что вам там осталось. Че мы комплитнули? В смысле, он людей съел, что ли? Да мандасуры людей поглотили. Мандасуры, да вы звери. Так, количество лидеров плюс 2, отлично, это нам пригодится. Стоимость найма лидера минус 20%. И максимальное влияние от фракции плюс 1. Замечательно. Так, стоимость указа минус 15. Стоимость переселения минус 15. Автоматическое курируемое хранилище. Что? Единство ежемесячно плюс 10%. Модификатор империи. Окей, это нас не интересует пока. Жгутики, плотность энергии. Поглотитель, точнее, плотность говорю. Стоимость указов давайте. Мы с указами будем еще работать. Особенно, когда сейчас получим достаточное количество влияния и будем заниматься застройкой нашего флота. Нам приказы как раз по гонке вооружения не помешают. Так, энергия растет. Боженьки, слава тебе, господи. Отлично, все. Все замечательно. Хотите, я вам даже дам ресурсов немножко. Давайте. Расти, цвети и пахни. Гидропоны. Вот гидропоника вам нахрен не надо. Я тебе сразу говорю. Не трать время. Не трать время, оно тебе не нужно. Гидропоник он у нас один уже есть. Нагидропонил по полной. Застраивай, дорогуша. 360, добывающая привет. Да бог с тобой, строй хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь, главное, что мы сейчас... Все, флот готов. Сколько он вышел? 88,5. Ну, почти.
Почти то, что я и рассчитывал. Так, объединение 212к. Один линкор дает нам один косарь 100. Ну, в целом неплохо, что я могу сказать. Только почему этот 165, а этот... Пойман Снинар хорошо. Образцы собраны. Все образцы животных собраны в музее. Комплекс с генераторами искусственной гравитации и атмосферным процессом, необходим для воссоздания условий жизни не самых разных планет. Посетители съезжаются отовсюду, чтобы полюбоваться его экспозицией. Что мы получаем? Ресурс социологии плюс 500, ресурс энергокредиты плюс 500, влияние 40 и ресурс единства 2700. Интересно. Интересно, и мы с этой глафой забыли, да? Остались у нас сайбрексы. Ох, сейчас возьмем наш научный кораблик и направим его к сайбрексам. Так, научный кораблик, ты так и не получил четвертый левел? Лол. Обидно за тебя. Так, обладает навыком 4 или выше. Ну, твою мать, ты уже выше никак не получишь. Понимаешь, в чем дело? Хорошо, но другие тоже надо, да? Плохо. Плохо. Я мог бы с исследователя снять ученого, поставить его на корабль. Но это было бы слишком хитрожопо, мне кажется, да? Слишком хитрожопо. А ну давай. А, мы же здесь убрали ученого, я забыл, да. Стоп, нанять. Нанять, давайте наймем парня, который будет этим заниматься. Ученый, подойдешь. Подойдешь, годишься. На корабль вот этот. Мы берем топ ученого, и он летит, это все исследует. Все, но проблему. Но проблему, полетел. Занимайся, потом мы его, конечно же, вернем на место обратно. Но пока что пусть будет так. Пока что пусть будет... Хотя зачем я покупал ученого? Ну ладно, это уже... Это уже такое дело. Так, все, здесь мы разобрались, здесь корабли клепаются. Этот у нас, это наш линкор, правильно? Да, это наш линкор. Это у нас... Тоже наш линкор. В чем прикол? Сгруппироваться. А, этот же не подвластен нам, да, я вспомнил про него. Я вспомнил. Теперь мы выставляем везде тогда крафт линкоров, там, где поставили мы с вами нужные строения, а именно... как он называется, боженьки? Сборочные верфи. Хотя, стоп, почему здесь нет сборочной верфи? В чем твоя проблема? Сборочная верфь корветов. Линкоров, все, отлично, все есть. Построить, стройте линкор. Раз, два, три. Ходим, раз, два, три. И Каганда тоже имеет сборочную верфь. Раз, два, ну, пока хватит. Пока что хватит. По-другому уже никак. Так, те там взялись за колонизацию. Наши тоже взялись за колонизацию, вроде бы как. Взялись? А почему ты здесь тупо стоишь? Я, может, что-то не понимаю, конечно. Но что происходит? Этот корабль уже выполняет данный приказ. Ну, я бы так не сказал. Это не похоже на... А, все, молодец. И сейчас второй точно так же, да, подлетит. Все, замечательно. По энергии небольшая просадочка будет, но я думаю, мы не умрем от этого. Надеюсь, во всяком случае. Так, сейчас с сайбрексами еще разберемся. И больше у нас здесь ничего нет. Больше ничего нет. Какой у нас основной буст? Нужны артефакты, отслеживать всех. Если мы найдем достаточно разумом, то, возможно, нам удастся узнать местоположение его родной системы. Окей, не знаю, что мне это даст, но тем не менее. Тем не менее, так, 12к есть. Вы не с тем объединились, молодые люди. Вот так объединиться надо. А где наша армада 1 делась? А, мы смешали ее, и она проименовалась армадой 2. Все, я понял. Мы тебя переименовываем в первую армаду. First армада, точки сбора. Делаем из тебя точку сбора. Все. Теперь вопрос решен, я надеюсь. Вопрос решен. Все, сейчас собираем тогда огромнейший флот. Просто я не знаю, каких размеров он должен быть. Просто дичайших, наверное. Основной, конечно же, флот у нас будет составлять линкоры. Все остальное это такое. Псевдодичь. Colonization in progress. Замечательно, работайте. Просто умнички. Просто умнички. Мандасуры здесь людей немножко поделили, правда? Это чьи? Это тукановские, да? 102к, твою же мать, пошел ты в сраку, а? Ну ладно, мы, в принципе, если успеем. Нам главное успеть до того, как они к нам доберутся, изучить этот дуговой излучатель, либо же хотя бы мегапушку, и тогда мы сможем им наваливать. Причем очень сочно наваливать.
очень сочненько. Так, хорошо, 219к, и сейчас здесь еще идет прогресс по постройке, да? Так, проект завершен. Биосфера планеты только сейчас начинает отправлять запуск нашествия Сайбрикса, случившегося 600 лет назад. Любопытная находка, плюс исследование, кстати. Что замечательно. Так, здесь добавляем линкор. Здесь добавляем, здесь добавляем и здесь добавляем. Здесь еще одного можем накинуть. Сколько у нас мест? 1641. О, мы очень сильно сможем увеличить наш флот. Я бы сказал, даже очень-очень сильно. Линкор сколько занимает? Питхок. Я так и знал, мразь. Я так и знал, что ты возьмешь и в один определенный момент ко мне пристанешь. Так, делаем паузу. Он, видимо, обиделся, что я начал колонизировать прямо у него под носом. Что у тебя за флот? 110к. А давайте, чем черт не шутит? Давайте. У нас выбора все равно нет. Эта мразь решила на нас напасть. Больше у тебя флотов, надеюсь, нету. Если это у тебя единственный флот, то тебе просто сракотан. Корабли твои увидеть могу? Корабли твои увидеть не могу. Я так понимаю, да? Сейчас, а нет, могу. Могу, бог ты мой, как у тебя все поделено-то жестко. Давай любой свой. Это крепости, ёпересеты. Вот флот. Флот я изучить не могу. Наши сканеры не могут определить, что это за странный корабль. Написано же крейсер, линейный крейсер. Так, хорошо, по общим данным, что у него? Дальность прыжка, броня плюс 25, так это все понятно, штурмовик 16-16. Щиты 1800, это очень даже. Это очень даже, здоровье 5к, враждебен. Прыжковый двигатель, кстати. Ну окей, у нас что, варианты есть как будто бы или что? Отсутствуют военные требования. Сейчас мы это изменим, не переживайте. Так, что у вас здесь есть? У вас есть раз, два, три, четыре, пять систем. И, собственно, все. А могу ли... А я не могу сделать ни вассала менять. Ой, жаль. Мне бы такие вассалы капец как не помешали бы. Очистить планету, передать планету, передать планету, передать планету. Давайте тогда залупимся по полной, так сказать. Воевать так воевать, да? Так, противники у нас один, и пригласить мы никого не можем. Так, мы должны сразу выдвигать флот, вот про что я забыл. Вот про что я действительно забыл. Так, указать требования я забыл, да. Согласиться с требованием, передать планету, передать планету, передать планету, передать планету. Я их, если что, под сектор отдам. Не буду с ними ворочаться. Очистить планету меня не интересует, поэтому указать требования. Минус 28, но здесь сразу же минус косарь выходит. Все понятно. Они что хотят? Очистить планету Гая. Планету Полимар и унизить. Я тебя сейчас унижу, мразь. Я тебя сейчас так унижу, что ты полжизни вспоминать будешь. Где наш мега-транспортники? Армия. Армию коннектим в одну. Армия готова. Армия цепляется за армаду 1. Армия цепляется за флот в 220к. Так, прицепились, да? Армада 1 есть. Флот 220к летит к вот этим уродцам. Заметьте, не я хотел начинать с ними войну. Они первые начали это. Минус 186. Нежданчик. Нежданчик. Довольно будет, наверное... Нет, мы с вами просто войну определим. Так, он стоит на месте, он никуда не двигается. При этом он там возмущается до хрена. Нам, кстати, довольно много прыгать. Ну, так и мы прыгаем моментально, это замечательно. Это замечательно. Главное, чтобы на меня сейчас тукан параллельно не напал. И будет вообще хорошо. Куда он делся? Он где-то здесь перелетел. Где-то здесь эта падла перелетела. Здесь у тебя что? Это обычный кораблик какой-то. Мы попробуем сразу напасть на его планету. Он, мне кажется, где-то здесь сейчас выпрыгнет. На его планету, чтобы его приманить. Мы его приманим и тем самым попробуем загасить. Если у него есть X-оружие, тогда нам задница. В 100к с X-оружием мы можем не затащить. Тогда нам будет задница, да. Давайте, прыгайте сразу. Транспорт вообще за вами успевает? Не особо, кстати. Ну ладно. Не особо. У них здесь куча обороны, защиты, какие-то крепости, хренепости, всякого дерьма навалом. Но нам это вроде бы как не помеха. У нас флот, мать его, 220к. Давайте, у нас куча бомбардировщиков, куча всякого дерьмища, так что... Готовьте сраку, как говорится. Полетели. Сейчас ФПС вообще в ноль может уйти. Сейчас они нападут на этих. Или не нападут? Скорее всего, нападут. Пи-пи-пи-пи-пиу, поехали. Пи-пи-пиу, пи-пи-пи-пиу-пиу. Транспортники, вы там как-то потише. А, за нами еще линкоры наши летят новые, я забыл.
Хрена себе, с какого они расстояния лупят. Тише, тише, тише. Без нерва можно? Без нерва, пожалуйста. Щиты сняли уже кораблю. Быстро. Но к ним летят торпеды. У меня для них плохие новости. Жух-жух-жух-жух-жух. Ни хрена себе у них щиты восстанавливаются. Но попытка, конечно, не пытка. Крепкие ребята, слушайте. И сколько они нам вынесли? Хрена себе, они нам 12к вынесли. Одна такая крепость. Это больно. Это реально больно. Большая плазменная пушка, вихревые ракеты, оборонительный комплекс защитник, большой реактор нулевой точки, гиперщиты, накопители, тахионные сенсоры. Слушайте, это может быть реально больно. Наша колония может не особо радостно жить на самом деле. Наша, вообще, система в целом. А, так, архивский проект завершен. Любопытно, плюс 150, спасибо. Так, сейчас я тогда с этим разберусь. Нам нужно систему переключить в сектор. Системка это у нас организовалась вот это, да? Я бы тебя сразу застроил, но я очень сильно доверяю сектору. Я надеюсь, он с тобой справится. Я точно не справлюсь, потому что я сейчас в состоянии очень болючей по заднице войны. Так, управление сектором. Добавить тебя нужно. Добавить вот таким вот образом. И давайте сразу добавим вот эту часть. Все. Сектор завершить. Закрыть, трудитесь как могете. Мы не кисло огребли, я вам скажу. Очень не кисло огребли. Как от одного несчастного одной этой крепости, то мы огребли очень даже хорошо. Сейчас еще здесь одна такая же стоит. Это не есть хорошо. Это не есть. Давайте, убирайте станцию. Уничтожаем мы их относительно, конечно, быстро. Но по жопке больно все равно. По жопке больно. Куда он дел свой флот, я понять не могу. Просто взял, слинял, понимаешь ли, ну? Так, давайте нежнее, нежнее. Так, спейспорт это изи, вы лучше вот эту хрень уберите. Так, где наши штурмовики, точнее эти бомбардировщики? Давайте, собрались. А, они только... Я понял. Они только повороте где-то. Ни хрена он нам по нам лупит, слушайте. Опасно, денджер, денджер. Давайте, я не вижу ваши торпеды. Я не вижу ваших рук. Поехали. Сейчас еще один линкор пойдет наш. Так, штурмовики вылетели. Так, пошла эта пушка еще. Ядреная, болючая очень. Очень болючая. Бомбардировщики, я вас верю. Так, торпеды пошли, все. Жить можно. Сейчас посмотрим, что бомбардировщики смогут сделать. Вроде бы должны наваливать. Да, бомбардировщики щиты сливают только так. Как будто бы их и не было. Молодчики, сейчас торпеды ворвутся. 2к только потеряли сейчас. Давайте, и сразу на второй. Бомбардировщики, молодцы, сразу же переключились. Молодец. Адмирал получает черту, я тебя поздравляю, адмирал. Бомби. Бомби, только не переключайся сейчас сюда, пожалуйста. Иначе будет больно. Иначе будет бобо. Че у них тут за оборона, кстати? Армия 3-2. Тьфу, бляха, какая оборона, о чем там вообще речь? Фу. Нам, кстати, очки не дали за эти крепости огромные. Мне обидно. Мне реально обидно. Потому что это было довольно мощно. Так, стоп, у нас здесь остановилась стройка, да? Ох, давайте тогда назначим еще линкора 2. Линкора 2 пусть строится. Пусть нас постоянно подпитывает. Так, транспорт готов. Готовься, внедряемся. Внедряемся в планетосик. 2, 1, 0. Давай, высадить войска. Надеюсь, с титаном нашим мы справимся. Хрена себе мы высадились. Это я понимаю. Поехали. Та вообще просто на ноль, серьезно. Без напряга абсолютно. Сколько получим очков сейчас? 21 очко. В процентах, во всяком случае. И это очень даже. Так, следуй за флотом. Флот. К нам прилетели? И сейчас мы все равно посмотреть не можем, что они из себя представляют, да? Это плохо. Это рили плохо. Хорошо, по здоровью давайте смотреть. 299 тысяч здоровья. У нас 533 тысячи. Ну, по хп мы тащим. По хп мы тащим. Но у них одни эсминцы и линкоры. По размерам, скажем так. А у нас там целый набор, плюс у нас хреново туча крейсеров. Ну, с боженькой, как говорится. Хотя они прилетели первые, они уверены в том, что они меня затащат. Вот в чем проблема. Это неспроста. Ох, как мы полосочкой повернулись. Скорее всего, сейчас будет только два исхода. Либо нас, либо мы. Все, по-другому никак.
Ну давайте. Кто прав, тот и затащит. Кто сильнее? А кстати, как у вас корабли выглядят? Твою мать. Это что-то неземное вообще. Эпично выглядит. Так, чем они меня катить будут? У них есть штурмовики. У нас есть бомбардировщики. Ёпперсеты, я так и знал, что у них этот ссаный луч есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте, выпускайте все, что есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как больно-больно-больно, я чувствую боль. Что это такое? Чем это они у меня пуляют зеленым? Ой, боль, у них еще и лазеры какие-то. Ой-ой-ой-ой, дай бог мы вообще долетим до них, слушайте. 206к. Так, торпеды пусканули. Они сбили торпеду, что ли? Не гоните. 170к! Как вы меня так делите на ноль вообще? 160к. Так, мы щиты начали выносить. Дезинтеграторы в бой пошли. 170к, давайте, давайте. Убираем щиты. Начинается песня, скорее всего. Скорее всего, песня. Так, мы начинаем их месить. Начинаем. Мы их точно так же, в принципе... Да, иди ты нахрен своим Special Project'ом. Так, мы их тоже начинаем месить. Они наши щиты еще не выбили, мы их уже выбили. Главное, чтобы строили эти бомбардировщики работали. Нет, нам очко. Нам, скорее всего, очко. Или нет. Просто мы как-то вровень идем, при этом у них 100к было, у нас 210. 210, у нас осталось 150, у них 86 только. Так, пока стабильно. Мы урона очень много наносим, очень много. Давайте, 144-73. Боже, какой же это потный бой, а? Твою же мать. Твою же мать. Просто в мясо. 60к. У нас есть шанс затащить, если нам щиты не выбьют. Если нам выбьют щиты, нам очко. Боже, да ладно, мы что затащим? Я херею без баяна. Протерять 70 тысяч флота? Я надеюсь, что это флот просто битый. Я надеюсь, что это флот просто битый. Мы втащили, мать моя женщина. Очки засчитайте мне, быстро. Так, транспортники тоже добейте. А, транспортники слиняли, видимо. Станцию добил. Почему мне очки не засчитали до сих пор? Я же убил флот в 100к, вы что, издеваетесь надо мной? Флот, который меня просто мега как превосходит. 25%? Вы серьезно? Вы сейчас серьезно говорите? Или они ТП-шнулись? Они не ТП-шнулись, у них больше ни черта нет. Ух, какой же пот. Так, хорошо, вы продолжайте клепать линкоры, иначе нам будет задница. Продолжайте клепать, что у нас здесь? 75 осталось, 49 крейсеров. Корветов 137 тут у нас, наклепал я, на счастье, понимаешь. Задница, хорошо, эту планету мы забрали. Твою же мать. Твою же мать, мы их затащили, это, конечно, замечательно. Мне сюда надо срочно научный корабль отправлять. Где у нас там был двоечкой? Двоечка, научный корабль. Изучить систему. Да нахрен мне эта система. Идти сюда. В смысле мы не можем сюда прилететь? Данную систему избегайте врагов. Позиция уклонения. Измени позицию свою. И следовать проекты в системе. Нам срочно нужно забрать все, что у них есть. Скорее всего, у них есть этот дуговой луч проклятый. Нам нужно восстановиться здесь, на территории. Нам никуда лететь не надо, нам нужно энергию восстановить. Ты можешь встать на месте просто. Замри. Замри. А где адмирал? Армада 1. Где наш адмирал? Может, это тоже нам адмирал? Да, нам адмирала убили, поэтому мы были слабы. Но не намного слабее, чем я думал, знаете. Давайте, соединяй, 160к. Но мы уже не так тащим, как тащили до этого, конечно. Так, давайте, восстанавливайте все. Не летите только туда, тихо, разворот вот сюда. Не с этими не пересекайтесь. Лишние потери нам ни к чему. Так, научный кораблик сейчас прилетит, я надеюсь. Я очень сильно надеюсь, что он сейчас прилетит. Где он находится вообще? Он прыгает, еще две системы. Ах, ребятки, так, мы и так уже серию затянули до часу, давайте сделаем с вами небольшую паузу. Потому что нам предстоит закончить эту огромную войну, в которой мы, скорее всего... Мне так кажется, выиграем, если у него из ниоткуда силы не появятся. Вот, поэтому пока что делаем паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.